Добрый день, друзья. Хочу представить новое произведение. И оно опять посвящено размышлениям о смысле нашей жизни, о тех ценностях, которые мы имеем. И навела на написание этой песни одна интересная фраза. Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. И вот, друзья, мои размышления о смысле жизни по этому поводу. Итак, послушаем. Кто-то скажет, в этом мире все случайно выпадает, ничет или чет. Мы за жизнь хватаемся отчаянно и гадаем, повезет, не повезет. В жизни главный враг твоим сомнениям тормозят твое движение вперед и не позволят пережить экстаз волнения от великих шансов тех, что жизнь дает. Так что знай, все не случайно, жизнь по графику и идет. Либо это испытание, что Господь всем нам дает, либо это наказание за какой-то большой грех, либо дел твоих признание, твой общественный успех. В жизни все имеет свою цену, всех Господь расставит по местам. Если книги ты читаешь, несомненно, впереди тот, кто посмотрит на экран. Так учитесь, пока другие дремлют, и работайте, пока другие спят. И мечтайте о большом и очень светлом, пока другие только этого хотят. Так что знай, все не случайно, жизнь по графику идет. Либо это испытание, что Господь всем нам дает, либо это наказание за какой-то большой грех, либо дел твоих признание, твой общественный успех. Кто-то скажет, в этом мире все случайно выпадает, ничет или чет. Мы за жизнь хватаемся отчаянно и гадаем, повезет, не повезет. Жизнь какая же ты все-таки хорошая, здесь не гоже жаловаться ныть. Жизнь не те дни, что остались в прошлом, ну, а те, что предстоит прожить. Так что знай, все не случайно, жизнь по графику идет. Либо это наказание, что Господь всем нам дает, либо это испытание за какой-то большой грех, либо дел твое признание, твой общественный успех. Жизнь какая же ты все-таки хорошая, здесь не гоже жаловаться ныть. Жизнь не те дни, что остались в прошлом, ну, а те, что предстоит прожить. Жизнь не те дни, что остались в прошлом, ну, а те, что предстоит прожить.
жизни тени, что остались в прошлом, ну а тех, что предстоит прожить. Так что, друзья, жизнь не те дни, что остались в прошлом, но те, что предстоит прожить. Цените свою жизнь. И знаете, наша жизнь начинается именно с сегодняшнего дня. Спасибо.